Мы потратили много денег на Пуэрто-Рико, и это прекрасно, мы спасли много жизней. Каждая смерть — это ужас, но только посмотрите на настоящие катастрофы, такие как Катрина. Посмотрите на сотни и сотни и сотни погибших людей, посмотрите на то, что произошло здесь, на этот невероятный по силе шторм, подобного которому никто не может припомнить. Сколько здесь погибло людей? 17? 16 человек. Против тысяч вы можете гордиться всеми своими людьми, которые работали вместе.